Сделай прививку, получи продуктовый набор. Такой подарок сразу после вакцинации от COVID-19 дают людям в возрасте 60+. Меры социальной поддержки ввели в Дагестане по поручению главы региона Сергея Меликова. Пакет необходимых продуктов выдают в пунктах вакцинации, которые расположены на территории стадиона имени Елены Исинбаевой, в корпусе ДГМО, расположенном на главной площади Махачкалы, а также в зданиях Русского и Аварского театров. Акция продлится до 20 сентября. Она охватит другие пункты вакцинации региона. Напомню, для того, чтобы сделать прививку, нужно иметь при себе копию паспорта, полиса ОМС и СНИЛС. Это стало возможным при поддержке Министерства спорта, при поддержке администрации города Махачкалы, а также благотворительных фондов «Чистое сердце» и «Инсан». Обращаясь сегодня к населению, хочу сказать, воспользуйтесь возможностью вакцинироваться от коронавирусной инфекции, берегите себя и своих близких.